А будущий 2025 год в стране будет годом рабочих профессий. Об этом объявил президент и поручил осуществить реформу системы технического и профессионального образования. По мнению главы государства, важно сегодня содействовать продвижению в обществе идеи трудолюбия и профессионализма. К тому же, честный, ответственный труд должен быть непременно оценен по достоинству, напомнил президент, и предложил шире применять подход присвоения гражданам почетных званий.